школі я впала на підлогу і почав горіти садочок. Я впала на підлогу, давай хватати дітей бігом, закривати вікна, бо вікна хвилею, ой, вибачте, відкривало. І я закривала вікна, схватила дітей, побігли ми до підвалу. Сьогодні розказували про те, що когда все произошло, первый звук, который они услышали после взрыва, это был крик матерей. Как раз это было 8 утра, это то время, когда, когда детки собираются в детский сад, когда детей отводят в детский сад. Поэтому рядом действительно находилось много людей. Это было то время, когда родители еще не успели отойти. Мы почули только что взрыв, выбегли. Дочка побігла по внучку, внучка ходить у садочок, забрали, а там уже горить усе, і машини коло 19-го дома горять.